Пошли, пошли, пошли! Следуйте за мной. Да? Да. Ты, блядь, только появись тут нахуй. Блядь, я тебя убью. Не оставить краев. Теперь их двое. Сука! Блин, ну не бить же его! Хорошо, пошли, следуйте за мной. Нет проблем. Да. Да будет. Я, блядь, хреново играю! Господа, меня... Погнать! Мозги нахуй отшибло! Следуйте за мной. Есть. Хорошо. Уже иду. Вы салаги оборзели. У вас нет ни капли уважения, ни преданности. Не сдавайся, сейчас я приду. Они остались втроем. Их осталось двое. Славься, Геннадий Витальевич! Даже известный, как Мазахата, Билл Гейтс, запятой побирающий, Билл Гейтс, запятой... Осталось трое. Теперь их двое. Кто здесь? Король ящериц! Пошли, пошли, пошли! Следуйте за мной. Хорошо. Да. У нас забастовка, мана! Начальники! Уж... Они стали втроем. Я король ящери! Да будет исполнено, мой господин. И что это значит? Они остались втроем. Ты че буройсь, гандон? Кто бурой? Кому ты хочешь проблем создать, ты, бля? А? Их осталось двое. Хорошо,
Хорошо, следуйте за мной. Уже иду. Да. Слышь, пёс, ты там? А? Ты чё, нюх потерялся, а? Грибов не видишь? Меня тут сейчас расплёхают. Да их трое осталось. Их осталось двое. У меня встало. Внимание, граната. Да он один остался. Следуйте за мной. Уже иду. Да. Хорошо. Челобитную царю подаешь? Позвольте. Вы не хулиганьте. Они остались втроем. Осталось двое. Это определенно одно из самых больших моих достижений. Хорошо, выдвигаем. Следуйте за мной. Нет проблем. Да. Я с тобой, так не пасать, но... Может, не надо? Братаны, вы такое! Погнать! Все, можно курить прямо здесь. Ты че буруешь, гонор? Кто буруешь? Кому ты куришь?